Литургию преждеосвященных даров в третью неделю Великого Поста в Кафедральном соборе святого великомученика Георгия Победоносца возглавил митрополит Калужский Боровский Климент. Митрополит приехал в Осетию по приглашению архиепископа Герасима. Для поклонения верующим из Осетии были привезены мощи святых благоверных князя Петра и княгини Февронии. Проповедь перед причастием произнес иерей Даниил Булатников. После литургии митрополит Климент в своей проповеди дал прихожанам наставление, призвав уповать на волю Божию, которая направлена исключительно на благо человека. Очищать свое сердце. Если грешили, не послушали, не слушаются родители, хитрые, обманывают и так далее, все. Больше не повторяйте этот грех, хотя бы бороться с этим, не возвращаться к нему. Вот мы должны сожалеть, не поставить. Архиепископ Герасим, в свою очередь, поблагодарил владыку Климента за совместную молитву и преподнес в дар митрополиту Библию на остинском языке и книги из собрания Оландской библиотеки.